Сегодня улицы столицы Чувашии оккупировали юные журналисты со всей России. Ребята снимают финальные кадры своих программ и готовятся к отъезду. В Чебоксарах завершается международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи». В майские праздники за Волгой творится что-то невероятное. Уже 29 лет фестиваль «Волжские встречи» собирает самых ярких и талантливых журналистов, операторов и режиссеров со всей страны. Я считаю, что журналисты обязательно должны быть лучшими. Мы представляем Лигу юных журналистов Республики Бурятия. В руках у меня священная ткань для каждого бурята. Это называется хадак. Данный цвет синий означает вечно синее небо над головой. Хадак преподносит самым уважаемым, почитаемым, старшим людям. На данный момент мы хотим его преподнести руководителю фестиваля Евгению Суховей. Ребята приезжают творить и учиться у профессиональных мастеров, многие из которых в прямом смысле выросли на этом фестивале. Свет должен создавать объем. Поэтому нам не нужно пытаться сделать идеально, чтобы у нас правая сторона лица была так же освещена, как левая. Они должны быть по-разному, да, чтобы было видно, что свет падает. Уважаемые коллеги, вот то, что вы показываете друг другу, это есть следствие креативного мышления. Нет ни одной похожей модели. Разборы домашних телеработ, съемки и тренинги сближают моментально. Задание снять кино, внимание, за 2 дня, здесь не кажется нереальным. И вот самые смелые режиссеры уже защищают идеи своих фильмов на питчинге. Конфликт заключается в том, что у них есть снять передачу, и на пути у них какие-то сложности взаимоотношениях с друг другом, взаимоотношениях, ну там проблем какие-то при съемке, например, камера сломаться может и так далее. Обучение на практике. Что может быть полезнее? Каждой кинокоманде прикреплен профессиональный наставник. Режиссер Геннадий Акименко почти 30 лет создает документальные фильмы для федеральных каналов. Дубль за дублем, интервью за интервью и монтаж. Всю ночь. Но ведь не спать мы сюда приехали. Это одна из самых популярных фраз фестиваля «Волжские встречи». «Волжские встречи» — это большая дружная семья по всей стране. «Волжские встречи» для меня — это место, где я могу учиться, развиваться. Сюда я приехал оторваться и снять кино. Как видите, я уже отрываюсь. И вот фильмы показаны, награды разыграны, выводы сделаны. Осталось только вернуться в обычный ритм жизни, но уже с новыми знаниями, друзьями и ожиданием новых незабываемых встреч на Волге. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.